Re! Viss ēters ir te! Латвия сегодня отмечает 75-летие окончания Второй мировой войны. Хотя из-за чрезвычайной ситуации памятные мероприятия в этом году не проходят, первые лица государства возложили цветы на Рижском братском кладбище. Обошлись без речей. Как и большая часть европейских государств, Латвия день окончания Второй мировой отмечает 8 мая, в день, когда сдалась нацистская Германия. Обычно в эту дату на Рижском братском кладбище сотни людей венков. Не сегодня. Первыми возложить цветы пришли президент Эгилс Левиц, председатель Сейма Инара Мурнец, министр юстиции Янис Борданс и премьер Кришинис Кариньш. В этот день, 75 лет назад, одна часть Европы была освобождена, и мы вместе с этими народами рады, что война завершилась, и эти народы вернули себе свободу. Латвии в их числе нет. Это не наш день победы, это одна оккупация, которая сменилась другой оккупацией. Но в любом случае хорошо, что одна тоталитарная власть была повержена, но прошло еще 50 лет, пока вторая сама распалась.